и как команды в целом будут проводить эти первые минуты. Левым флангом ганская атака развивается. Хорошая передача в центр. И чуть назад откатить, а удара нет. Здесь борьба будет между Ричардом Боат. Вперед молиться делать. Несколько раз они уже на какой-то момент могут немножко взять паузу и те, и другие, а потом взрываются. Понятно, что проигрывать в матче за третье место совсем никому не хочется. Победа в этом утешительна. И в том 2007 году был признан. Много передач делает. Прежде чем рискованно, просто игрок сборной Мали не ожидал, что вратарь настолько обныган и немножко настроит на позитивный лад. Да, их команда проигрывает, но идеально. На загляденье. Ну и завязанное. Команда его больше времени проводит на чужой половине поля. Но пока именно Гана проигрывает. Буатенг. Еще сыграть направо. Ну и пробить Диабаты. Пол. По фалам. Тамбура. Буатенг из-за боковой. Меньше получаса играть. Самаса и Кейта, авторы голов. Использует Патрис Картерон. Ворса налево. Передача, удар. Диаките забираемая минута идет. Стил. Хотя забьют сейчас ганцы. Сразу критика пойдет. Угловой. Еще. Весна. Буатенг. Понятно, сборная Ганы будет до последнего атаковать, но уже поздно.